Приветствую всех на своем канале, меня зовут Асель. Сегодня я хочу показать, как я связала вот такой жакет. Жакет на возраст 2-3 года. Вязала из Leonard Jeans Crazy в 2 нити. Всего ушло 6 мотков. Давайте приступим к вязанию. Итак, давайте начнем вязание. Я буду вязать из пряжи Leonard Jeans Crazy. Здесь получается... в 50 граммах 160 метров. Так, нам нужно набрать 58 петель. Я буду использовать спицы номер 4, то есть 4 миллиметра. Так. Так, набираем обычным способом, то есть с хвостиком. Оставляем хвостик и набираем 58 петель. Вот я провязала 58, то есть набрала 58 петель. Теперь мне надо провязать обычной платочной вязкой 4 ряда, получается. Да. Сейчас покажу, как я вяжу. Так, первую петлю снимаем и обычно вяжем лицевыми петлями. Вот я довязываю ряд. Это получается у нас первый ряд. Последний я всегда провязываю лицевой. Но кто-то провязывает изнаночный. Но мне так больше нравится лицевой. Дальше переходим ко второму ряду. Первую петлю снимаем. И дальше вяжем обратно лицевыми петлями. То же самое до конца ряда. И так получается мы провязываем в итоге 4 ряда. То есть получается это у нас второй. И потом после этого нужно провязать еще два ряда. Вот я провязала 4 ряда. То есть получается это у нас лицевая сторона. Вот здесь вот наборный край. Раз, два, три, четыре. Теперь это пятый ряд. Мы будем делать здесь... отверстие для пуговиц. Так, первую кромочную снимаем, не провязываем. Дальше мы вяжем 3 лицевые. Делаем накид и потом 2 последующие провязываем вместе. Можно провязать вместе, но я предпочитаю провязать, получается, первую снять, а потом вторую провязываем и вот эту вот петлю накидываем на нее вот так вот. Вот, то есть вот здесь вот у нас будет дырочка для пуговицы. То есть получается первую кромочную, 3 провязываем, накид, потом одну пропускаем, то есть на спицу, потом следующую провязываем и ту, которую пропустили, накидываем на ту петлю, которую не провязали. И далее мы просто вяжем дальше платочной вязкой, как обычно. Это у нас получается... пятый ряд. Вот я провязала пятый ряд. Шестой ряд просто провязываем резинкой. Я сейчас начну вязать. И потом в конце шестого ряда я покажу, как провязать вот это место, где пуговица. Вот конец шестого ряда. То есть я вот довязала до конца почти что. Сейчас покажу, как провязать вот этот накид. Так, накид мы просто провязываем вот таким вот образом. Вот, и вот здесь у нас получается дырочка образуется. И просто дальше лицевыми. Вот, провязываем до конца ряда. Теперь...
перед тем, как вязать седьмой ряд, надо нам подготовить маркеры. Будем расставлять маркеры и обозначать линии реглана. Я приготовила маркеры двух цветов. Получается 4 белых и 2, не знаю, зеленых маркера. И нам нужно будет отметить 4 регланные линии. И это получается для полочки. Сейчас покажу, как это будет выглядеть примерно. Вот. Получается, мы будем вязать примерно вот такой вот кардиган. Мы сейчас вот маркеры проставим. Вот. То есть белые маркеры будут тут по регланным линиям. Зелененькие маркеры мы вот будем вот отмечать. Вот эти вот полочки. Итак, то есть нам нужно будет проставить маркеры сначала, а потом будем провязывать. То есть первый маркер мы ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Так, второй маркер мы ставим после 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, это у нас получается перед. 2, 3, 4, 5. Так. Так, теперь рукава 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель у нас идут на рукава. Восемнадцать петель отсчитываем. Это спинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, 18 петель у нас на спинку. И теперь 7 петель на рукава. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На рукава. Так, и теперь 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель. Это перед. Так, у нас должно остаться 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Расставили маркеры. Теперь будем вязать. Так, первые 8 петель мы вяжем, как обычно, платочной вязкой. Так, дальше вяжем, как обычно. Переснимаем петлю. У нас вот должна остаться одна петля до маркера. Это очень важно. То есть это будет называться регланная петля. То есть вдоль этой петли будет увеличение количества петель. Будет регланная линия. Как привязываем, как делаем регланную линию? То есть мы подхватываем, надеваем ее таким образом. И провязываем за заднюю, то есть перекрещиваем ее. Вот. Так вот. Вот еще раз покажу, наверное. Вот берем вот таким.
таким вот спереди захватываем и вот таким вот образом провязываем. Дальше вяжем вот регланную линию, то есть регланную петлю, переснимаем маркер, провязываем петлю, еще одну, то есть одна петля до маркера, одна петля после маркера, и тут еще делаем прибавку. Вот, мы, получается, вот тут мы провязывали за заднюю стенку, теперь мы подхватываем и вот так вот надеваем. Теперь также перекрестное провязываем, только мы провязываем за переднюю петлю, то есть за переднюю стенку. Вот так вот. Сейчас еще раз покажу. Вот, берем так вот образом, надеваем вот, вот так. И теперь вот, чтобы удобнее было, я сейчас так подхвачу. И за переднюю стенку провязываем. Вот так вот. А дальше то же самое проделываем перед каждой петлей. То есть дальше вяжем лицевой. Лицевой. Одна петля до маркера. Так, подхватываем. То есть получается вот так вот подхватываем. И надеваем. И провязываем за заднюю стенку. В принципе, можно просто запомнить то, что подхватываем таким образом, чтобы провязать за заднюю стенку, чтобы она петля была скрещенная. То есть так провязываем регланную петлю. Сейчас я тут застегну маркер. Вот. Теперь дальше обратно регланная. И теперь тут подхватываем так, вот надеваем так, чтобы вот смотрите, я так надела, теперь она у меня будет как бы за заднюю петлю, но мне надо с передней, вот поэтому я ее надеваю вот так. И теперь она будет у меня скрещенная спереди. То есть вот петля, она у меня теперь скрещенная спереди. Сейчас. Немножко подвину. Вот надела, и теперь вот спереди, за переднюю хватаем стенку. Немножко только получается. Сейчас. Вот. За переднюю стенку. И вот такая вот петля получается. И дальше также провязываем до конца. До конца ряда то же самое провязываем. Вот. Доходим вот. Одна петля до маркера. Сейчас вяжем, вяжем. Вот, то есть получается одна петля до маркера, прибавка, потом вяжем еще, и потом прибавка и так далее. То есть вяжем целый ряд таким вот образом. Сейчас покажу, как это будет все выглядеть. Вот, вот такая вот регланная линия будет у нас. То есть получается эта регланная линия вот так увеличивает количество петель. Вот, то есть получается у меня маркер был вот здесь вот. И вот вдоль регланной линии вот так вот петли увеличиваются. И примерно рисунок будет вот такой же. Вот это вот с другой стороны. Давайте до конца привяжем этот ряд, и потом встретимся в следующем ряду. То есть это у нас получается седьмой ряд. Седьмой ряд. Лицевой. Вот. А нечетный это у нас лицевые ряд, лицевая сторона. Начетные ряды это у нас изнаночная сторона будет. Вот, сейчас до конца довяжем и потом встретимся. А теперь это у нас восьмой ряд, изнаночный. Изнаночный ряд. Как мы его вяжем? Вот первые 8 петель, то есть до этого маркера, мы вяжем лицевой, то есть обычная платочная вязка, как мы до этого вязали. Вот. А после него мы просто вяжем изнаночные петли теперь. Изнаночные. То есть по изнанке вяжем изнаночными петлями.
никаких прибавок в изнаночной стороне не делаем. То есть никаких прибавок. Вот. Просто вяжем изнаночной. Это получается 8-й ряд. Давайте провяжите самостоятельно. Не забудьте то, что здесь мы привязываем лицевые петли. Вот здесь вот изнаночные до этого маркера, а потом вот здесь вот лицевые петли. И дальше вяжем 9-й ряд. 9-й ряд вяжется так же, как и 7-й. Но мы провяжем его вместе. Итак, давайте провяжем 9-й ряд. Первую кромочную снимаем. Так, 8. Провязываем лицевыми петлями. Так. Вот наша дырочка для пуговицы. Так, дальше. Лицевые. За заднюю стенку привязываем. Так, еще раз. Стянулась рука. Так. Захватываем. И привязываем за заднюю стенку. Снимаем, провязываем петлю. Так, теперь мы должны провязать за переднюю стенку. Так, провязываем за переднюю стенку. Дальше вяжем лицевые петли. То же самое. Так. Так, нам нужно провязать за заднюю стенку. За заднюю стенку. Переснимаем. Так, теперь за переднюю стенку. Так, сейчас. Вот так вот. Вот и так дальше провязываем ряд. Заканчиваем ряд. Значит, дальше мы вяжем то же самое. Изнаночную вяжем как изнаночную, без никаких прибавок. Не забываем в изнаночной эти петли провязывать лицевыми. А остальные петли провязываем изнаночными. Итак, провязываем необходимую нам длину в зависимости от возраста. Вот я провязала регланные линии здесь. Я провязала здесь 24 ряда, и сейчас у меня 25 ряд, и я буду делать обратно дырочку для пуговицы. Чтобы не запутаться, можно считать вот таким образом. Вот это у нас была, вот она пуговица, вот эта дырочка для пуговицы. Мы просто отсчитываем вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот 10 изнаночных рядов, и потом вот на 11-й ряд, то есть получается здесь лицевая, на лицевой стороне мы делаем пуговицу. Так, давайте еще раз я покажу, как вязать отверстие для пуговицы. Так, вяжем. Так, первую кромочную снимаем, провязываем 3 вот лицевых. Всегда отверстие начинаем делать на лицевой стороне. Вот сняли кромочную, так, раз, два, три, накид. Теперь следующую снимаем, провязываем после этого. И вот это вот то, что сняли, вот так вот делаем. Вот. Вот.
Отверстие готово, и дальше вяжем по рисунку. Вот я провязала столько, сколько мне нужно. У меня на данный момент 15 сантиметров получилось. Может быть, чуть меньше 15. Вот так это вот выглядит. Складываем. Теперь что нам нужно сделать? Так как у нас перед и спинка на одном уровне, нам нужно немножко удлинить спинку. То есть спинка, она у нас немножко должна быть больше. Потом она вот так вот, получается, передняя часть сдвинется. И тогда у нас получится вот такая вот линия, то есть пространство. То есть перед уже не будет шею сдавливать. Что мы для этого сделаем? Поэтому для этого нам нужно связать только спинку. Мы будем вязать азиатский росток. Это значит, что мы будем только провязывать вот часть, вот эту вот часть, примерно 2 сантиметра, где-то 4-5 рядов. Что нам понадобится? Для этого нам понадобится еще пряжа, то есть отдельно берете вот то, что я сейчас вяжу, ее не отрезаем. Вот она у нас стоит, как есть, так и есть, вот она здесь. Но нам нужно теперь взять новые два моточка и как бы из двух два новых моточка две нити, и мы дальше будем вязать. Значит, как мы сказали, то что перед и рукава мы не провязываем, будем вязать только заднюю часть, то есть это у нас перед. Вот для этого мы переснимаем петли. Давайте переснимем петли. И вот переснимаю вот эту вот полочку, потом рукава, и встретимся вот тут, одна петля до маркера. Вот я почти перенесла, смотрите, я перенесла не провязывая, то есть рабочая нить у меня здесь осталась, я закончила провязывая вот лицевой ряд, и потом я переснимаю, еще раз покажу, вот я переснимаю, перед пересняла рукава, получается, это вот у нас рукава. Пересняла. Теперь вот осталась одна петля до маркера. Вот. Дальше мы берем это, то есть получается у нас задняя часть будет. То есть вот она задняя часть. И плюс регланные линии. Вот они. Теперь мы берем нить. Берем нить и провязываем. Так. Так. Этот маркер снимаем. Нам он больше не понадобится. И дальше вяжем. Вяжем. Это у нас вот новая нить. Это старая нить, которую я не обрезала. Так, давайте самостоятельно провяжем до этого маркера. Вот, получается, петля перед маркером провязываю, снимаю маркер. И еще одну петлю, это то есть регланная линия. Дальше мы не провязываем. Вот я до маркера довязала, потом мы просто переворачиваем. Переворачиваем вязание и обратно вяжем. Назад поворотными рядами. Вот. Как обычно, кромочную снимаем и вяжем уже обратно. И вот так вот вяжем вот до этого момента, где мы вот начали вязать, то есть там, где вот идет новая нить. Самостоятельно провязываем 4 ряда, то есть это у нас сейчас второй, потом третий, четвертый, посмотрим, достаточно нам будет или нет. Вот я провязала 4 ряда спинку, только спинку. Вот я дошла до конца ряда. У меня тут получилось примерно 2 сантиметра. И теперь можно отрезать нить. Вот, нить отрезали. Теперь нам нужно, смотрите, вот
дойти до начала ряда. Начало ряда здесь, вот, где рабочая нить. Так как здесь у нас рукава, можно сразу рукава переснять на другую спицу, либо на другую, просто на нить. Я, скорее всего, пересню на нить. Мне понадобится вот иголочка и какая-нибудь другая пряжа другого цвета. Я, наверное, возьму вот эту вот. Просто втяну, втяну сюда. И вот именно рукава сниму. Вот смотрите, мои 4 дополнительных ряда провязали на спинку, закончили, обрезали нить. Теперь вот переснимаем рукава. Рукава переснимаем на другую нить. Давайте переснимем и дойдем вот одна петля до маркера. То есть нам нужно переснять вот до этого момента. Одна петля до маркера, потому что вот этот вот маркер, это вот эти два соседние петли, это вот рекламные линии. Рекламные линии должны всегда идти наперед и назад, на задние. А рукава должны быть, не должны включать рекламные линии. Поэтому давайте переснимем до этого момента. То есть одна петля до маркера. Вот смотрите, я пересняла. Теперь вытягиваю вот эту иголочку. Вот. Просто два конца завязываю. Так. Два конца можно просто вот так вот завязать. И лишнее отрезать. Эту нитку я буду использовать для другого рукава. Так, теперь нам нужно снять перед. Вот мы пересняли рукава, теперь мы переснимаем на эту спицу перед. Вот я пересняла петли, так как в прошлый раз мы закончили изнаночной стороной. Вот такая вот у нас картина получилась, кстати. Вот это рукава. Так. Вот. Этот рукав я еще не пересняла, сейчас будем его переснимать. Вот, вот рукава, это вот перед. Нитка у нас здесь, так как мы закончили, провязали лицевую, нам нужно будет теперь провязать изнаночную сторону. Теперь вяжем просто изнаночную сторону, начинаем вязать и провязываем до вот так, это у нас перед будет, да? То есть провязываем одну петлю после маркера. Вот, давайте начнем вместе. Просто обычно изнаночную вяжем. Так, здесь не забываем то, что здесь вяжем лицевыми всегда. У нас по рисунку должна быть поточная вязка. Так, теперь вяжем вот одна петля после маркера. Маркер можно снять и убрать. Вот это вязала. Теперь берем иголка с ниткой, тоже переснимаем на нитку рукава, так же, как мы делали до этого. То же самое. Давайте переснимем. Не забываем, что переснимаем до момента, вот, ну вот до этого момента, где мы начали. Здесь уже маркер мы убрали.
Вот это у нас рабочая нить осталась. Да. В принципе, этот маркер можно убрать уже. Вот теперь это у нас зад. Задняя часть. Спинка. Так, вот теперь у нас, смотрите, вот мы пересняли рукав. Это вот передняя часть, рукав. И вот между, так как мы дальше вяжем, между передней и задней частью должен быть подрез. Вот, мы просто подрез будет состоять из 4 петель. Мы просто вот таким вот образом 4 петли добавляем. Ну, нужно ее немножко затянуть. Дальше будем вязать, как обычно. То есть эти подрезы у нас будут просто как обычные петли. Просто 4 дополнительные петли между передом и задом, передней частью спинкой. Так, потом... Так вот. Соединяем. Так, заднюю стенку возьмем, потому что... Перевернутая петля. Так, дальше вяжем. Вот у нас немножко будет тут... Этот ряд будет за заднюю стенку, потому что петля немножко перевернулась, так как мы завели поворотными рядами. Вот. Так, то есть спинку провязываем, потом доходим до рукава. Здесь нам тоже нужно будет 4 петли набрать. Давайте сейчас спинку провяжем, потом покажу, как делать. Вот я провязала спинку, теперь делаю... 4 петли подреза. 1, 2, 3, 4. 4 петли, и дальше вяжу уже переднюю часть. Рукава мы уже переснимали. Вот так вот провязываем изнаночной стороной. Изнаночной петлей. Этот маркер уже нам не нужен. В общем, просто дальше провязываем изнаночными петлями до конца ряда. Не забываем, что вот в конце, после вот этого маркера, мы вяжем лицевой всегда. Ну, то есть лицевыми петлями. Сейчас. Так, давайте довяжем сами до конца и потом уже встретимся в следующем ряду. Вот я провязала следующий ряд. Теперь вот довязала до подреза. Сейчас покажу, как вязать подрез. Вот, получается. Это получается те петли, которые мы набирали. Дополнительные петли подреза. Так же, как я обычно, просто вяжем. Так, 2. 3 и 4. И так дальше до конца ряда провязываем. Вот я связала нужную мне длину. Получается, пуговки я сделала. У меня 6 дырочек получилось. И расстояние между ними вот 20 петель. Я хочу в конце сделать поточную вязку, поэтому просто вяжем лицевые и изнаночные стороны лицевыми петлями. Давайте провяжем вместе. Сейчас начнем вязать. Так, в конце нам эти маркеры уже будут не нужны, потому что мы все будем вязать именно вот поточной вязкой. Вот, смотрите, у нас изнаночная сторона, где мы вязали сюда изнаночными петлями. Теперь мы вяжем лицевыми петлями все. Вот. И так вот до конца ряда вяжем все лицевыми. Потом изнаночный ряд
когда мы дойдем, так следующий ряд тоже все лицевыми вяжем. И у нас вот такая вот платочная вязка получится. Вот это будет вот так выглядеть. Давайте встретимся, когда провяжем нужное нам количество сантиметров. Я покажу, что получилось в итоге. Тут я уже закончила вязать. Я провязала так, примерно 4 сантиметра. Вот. Теперь у нас будет закрытие петель. Нужен будет крючок. У меня здесь 4 миллиметра, но можно взять и 3,5. Так, вот получается, я сейчас провязала лицевой ряд, и у меня сейчас нитка. То есть я буду вязать изнаночный ряд. Для этого эти вот нитки, которые я соединяла, я потом спрячу. Не обращайте внимания, как мы это вяжем. Вот это получается первая петля, потом так заносим, как обычно вяжем лицевой, потом вот так вот крючком следующую петлю, так, лицевой. Вот. лицевая петля. Вот таким вот образом. И так мы вяжем до конца ряда. То есть закрываем все петли, и потом уже будем приступать к рукавам. Вот я закончила ряд, обрезала нить. Теперь мы приступим к рукавам. Так, нам нужно будет снять эту нить, которую мы вставляли в рукава. И вместо нее нужно будет. И теперь просто вот так вот переснимаем эти петли с нити на спицу. Вот я переснимаю последние петли уже. Так, убираю нить. Заводим спицы сюда. Так, дальше заводим сюда. Дальше сюда. И вот мы, получается, прибавили петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Нам нужно то же самое сделать для другого рукава. 13 петель мы должны тоже прибавить. Так, сейчас мы провяжем этот ряд. Вот мы, получается, поставили маркер. Теперь будем вязать до конца ряда, до этого маркера. Потом будем делать убавки. Вот я довязала до первого маркера. Теперь будем делать убавки. Так, снимаем первую петлю.
Так, и теперь. Здесь вот надо подтянуть эту веревку, которую мы добавляли. Вот, это получается, мы сделали убавку. Теперь вяжем до следующего маркера. Вот, получается, мы вяжем до следующего маркера. Так, а вот оставляем одну петлю, до маркера ее не провязываем. Теперь так вот перекидываем. Вот, получается, у нас здесь убавка получается влево, а это убавка вправо. Вот и дальше. Вот я провязала, получается, 10 рядов после убавки. Как можно посчитать, вот здесь у меня получается убавка была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рядов. Теперь это 10-й ряд. Мы как убавляем, так же, как и до этого делали, тоже снимаем. Снимаем первую петлю, провязываем вторую. Накидываем на вторую, вот, и дальше вяжем до конца, не до конца, вот до маркера, одна петля до маркера. Вот, провязали, оставили одну петлю до маркера. Теперь эту петлю просто вот накидываем также. И просто дальше вяжем. Также провязываем после этого 9 рядов. Также считаем, вот, вот здесь вот виден наклон. Вот, после этого провязываем 9 рядов. И также делаем убавки. Итак, продолжаем вязать рукав. Я уже тут один рукав связала. Вот так вот он будет выглядеть. Это вот второй рукав я вяжу. Вот мы дошли до 10 ряда после убавки. Вот здесь вот последний раз убавка была здесь. Теперь считаем, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов провязали, теперь у нас 10 ряд. И как раз в каждом 10 ряду мы делаем убавки. Если видите, вот здесь вот у нас в каждом 10 ряду идут убавки. Так, дошли до маркера, маркер переснимаем. Эту петлю мы переворачиваем, дальше провязываем следующую петлю и вот эту петлю накидываем на провязанную. Это была убавка влево, теперь делаем убавку вправо. Вот, не довязывая одной петли до маркера, вот маркер, и делаем убавку. Так, снимаем маркер, дальше вяжем. Дальше также вяжем 9 рядов. И потом, когда дойдем до маркера, и вот здесь вот я покажу, как делать убавки. Вот я довязала 9 рядов после последних убавок. То есть получается 9 рядов. У меня между маркерами 3 петли. Так, что мы делаем дальше? Так как у нас здесь 3 петли, нам нужно четное количество. Мы просто берем эту петлю, переснимаем, этот маркер убираем, и теперь мы, получается, провязываем эту петлю и эту накидываем. Вот. Это у нас убавка влево. Теперь то же самое, теперь убавка вправо. И так. Давайте маркер между двумя этими поставим. Это как бы начало ряда будет у нас. Маркер можно убрать. И дальше просто вяжем также 9 рядов. Вот
Вот сейчас я довязала 9 рядов. Вот 9 ряд я заканчиваю. Так, теперь нам нужно сделать убавки. Мы просто будем делать убавки через петли. То есть получается, здесь мы берем, снимаем, вот, переворачиваем петлю, так вот, делаем убавку влево, вот, а потом просто провязываем. То же самое. Убавка влево и провязываем. И так до конца ряда. Убавка влево и провязываем. Вот я довязала ряд с убавками. Теперь следующий ряд мы просто вяжем резинку. Там, где есть убавка, мы вяжем лицевой. Там, где нет убавки, просто вяжем изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так до конца ряда провязываем. Вот я провязала ряд. И так вяжем, получается, 10 рядов. Лицевая, изнаночная. Там, где изнаночная, вяжем изнаночная. Там, где лицевая, вяжем лицевую. То есть это у нас резинка. Вот. И так всего должно быть 10 рядов резинки. Вот здесь, как вот здесь. Вот. 10 рядов резинки. Можно так посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А девять рядов резинки, десятый ряд мы будем закрывать вместе. Вот. Я провязала 9 рядов. И вот до маркера осталась одна петля. Так и оставьте. Теперь берем просто крючок. У меня тут крючок 4 миллиметра. Но думаю, что значения не имеет. Примерно можно 3,5 взять. Вот так, теперь будем закрывать петли. Этот маркер убираем. Так, провязываем таким вот образом. Так, у нас лицевая, изнаночная. Изнаночная, провязываем изнаночная и просто вот так вот. Лицевой и крючком заводим изнаночной вот так вот. Ну и так до конца ряда закрываем петли. Довязываю последнюю петлю ряда. Вот теперь спицы можно убрать. Последние петли провязали, здесь, чтобы не было такого вот. Просто вводим крючок сюда и затягиваем. Так, теперь нужно отрезать нить. Еще раз крючком сильно затянем. Эту нить потом можно спрятать иголкой. Сейчас я покажу, как спрятать нить. Это вот обратная сторона. Таким вот образом захватываем эти краешки. Вытягиваем. Теперь вот смотрите. И теперь обратно. И просто вытягиваем. И эту нить можно отрезать. Я довязала рукав, жакет у нас готов, осталось только пришить пуговицы и можно носить. Сейчас я покажу замеры. Так, у нас в ширину
34 сантиметра, длина рукава от подмышек 23,5, высота у нас 39 сантиметров. Если у вас есть вопросы по данному мастер-классу, пишите в комментариях, я буду очень рада ответить. Поставьте лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. Я планирую дальше выпускать примерно такие же мастер-классы. Всем пока-пока!